Отстань! Фу, такой быть! Она зайдет сейчас в лифт. Не вошла, не вошла, но это было близко, к фиаско. Привет, ребятушки, добро пожаловать на мой канал Тилька Плей, я Наташа, мы с вами сегодня снова играем в Evil Nun Maze. Продолжаем подниматься выше, я дошла до 30 этажа, и после 30 этажа мы продолжим с вами подниматься все выше и выше. Также мы купили классных всяких плюшек, а еще заметили странную особенность, игра немножечко подлагивает, но это не критично, выжить можно. Итак, 30 этаж, ребята. Готовимся к жопе. Уровни стали больше, кнопок стало больше. Ети же, пассатижи, нихера себе. Вот это шустро тут. Мы поднакачали, я уже и забыла. Так, хорошо, нам нужно найти красную кнопку. А вот она. Ух, как мы быстро это все делаем. Смотри, какая красота. Где она? Что? Ого, нихера себе щемит. Ты видал, она тоже быстро щемит. А все. Мамочки мои, женщина, отстаньте. Отстаньте, нам нужно зелененькое. Ребят, я не знаю, где зелененькое. Где зелененькое здесь? Где зелененькое это? Ети же твою. Зелененькую дай. Где зелененькое? Зелененькая. Ух. Так, пошли искать желтенькую. Желтенькая, ты где? Блин, ребята, гораздо сложнее, когда такая огромная просто штука. О! Ой, бляха, ты чё тихо так подошла? Хоть бы что сказала? Ёшкины-матрёшкины. Ничего. Я попалась. Слишком резво бегаем. Прям что-то... Так, итак, нужно найти зеленую кнопку. Я немного не привыкла к новому управлению, потому что понакачали. Вот она, зеленая кнопка. Она, оказывается, была прям близко. Теперь нужно свалить отсюда. Не застревая ни в каких этих самых штуках. Монашка теперь достаточно быстра. Я хочу вам сказать, она прям быстрая сучка. Не то, что мы медленные. Но мы прошли 30 уровень, ребята. Все выше и выше поднимаемся с тобой. Только ты и только я. Какая красота. Так, продолжаем. Ой, сколько денег дали, нифига себе. Богато живем. 31 этаж, новинка. Ребята, у нас тут новинка. Лайк поставь за новинку, ну что ты как этот самый. Поехали, значит, пошли вот в эту сторону. Значит, зеленая. По-моему, вот она зеленая была. Так, зеленую нашли. Теперь нужно красную и потом желтый. Прислушиваемся. Потому что непонятно, где эта мадама. Ой. Это не я. Это призраки. О, привет. Ля бежит прям, ты видал? Прям бежит, прям щемит за нами, ё-моё. Так, ладно, хорошо, спокойно, без паники. Просто оббегаем ее. Спокойненько такие. Оп-оп-оп-оп-оп. Ищем красную кнопку. Красная кнопка. Бляха, я либо слепая. Есть. Так, желтая была тут. Но тут еще где-то ходила монахиня. Так что аккуратно, ребят. Нам нужны еще две желтенькие. Ну, пошли по кругу. Так, ищем. Желтенькая. Вот она. Есть. Так, еще одна желтенькая. Где? Ой-ой-ой. Да, это я. Привет, как дела? Так, просто бегаем, просто ищем. Рано или поздно мы найдем желтенькую. Мы же ее еще причем где-то видели с вами. Вот она. Видишь, как все легко. Все, отлично. Теперь нужно сбежать. Сбежать желательно так, чтобы нас с тобой не поймали. А, все. А, вот так вот. Да, уже сложнее гораздо стало. Во-первых, она стала быстрее. Во-вторых, мы стали быстрее из-за того, что прокачали себя в беге и не только. Вот, 31 этаж, да. 32 этаж, поднимаемся с тобой, идем на бой. Сколько здесь кнопок? Все еще 5 кнопок, значит, 2 желтенькие. Вот я, кстати, вижу первую желтенькую кнопочку. Мы ее сейчас сразу с вами нажмем. Так, вторую желтенькую, где она может быть? Мне кажется, что по иронии судьбы... Желтенькая должна быть в той стороне, где у нас монахиня сейчас будет. 100%. Блин, какой опасный вход в толкан. Дайте желтенькую. Зелененькая. О, я ж тебе сказала. Ну, значит, там.
Ищем. Выходи, кнопка! Кнопка! Я тебя найду! Кнопка! Где кнопка-то, ёпта? Кнопка! Ребята, я заблудилась. Я хожу кругами. Но она же должна где-то быть. Вот она. Я же говорю, я слепошара. Надо глаза почаще промывать с утра чем-нибудь. Водой, как минимум. Начать с воды, а потом посмотреть, что дальше будет. Зеленую кнопку. Я понял. Блин, только нашла зеленую кнопку, она тут порисовалась. Ладно, пойдем сюда. Оп, это я заберу. А-а-а, жирная жопа! Давай, давай. Опа, есть. Одна зелененькая есть. Ищем другую. Отлично. А где она? В смысле? Так она ж меня не видит. Ты давай это, не ври. Вруша. Тетки здесь и подавно не было. Все, изи. Прям проблем не возникло. Да нихера себе возникли на самом деле. Здрасте. А что это мы тут делаем? Ля ты крыса. А я тебя вот так вот по кругу оббегу. Ха. У меня вот реально в этой игре страх забежать случайно в тупик. Не знаю, как у вас, но мне прям очень страшно, если я возьму и случайно забегу в тупик. Это же будет фиаско, братан, понимаешь? 32 уровень. Бабла сыпят, вообще красота. Уже 1994 монетки. Прикинь? Ну, поехали. Так, два зеленых, синий и красный. Ну, пошли. Блин, такие уровни, конечно, здоровые стали. Просто капец. Попробуй теперь здесь найди все эти зеленые кнопки. Да в смысле? Где? Воу-воу! Извините, попутала. Да блин, она так резко появилась. Никто не ожидал. Так, ищем синенький. Синенький, ты где? Синий! Я хочу, чтобы ты мне спел цвет настроения синий. Да ля, ты что делаешь здесь, крыса? Отстань! Так, я бегаю кругами. О, синий. Отлично, здесь главное не останавливаться. Бежишь, бежишь. Кнопки нажимаешь, дышишь и живишь. Еще одну где-то кнопку нужно найти. А я не знаю, где еще одна кнопка, кстати, о птичках. Наверное, где-то здесь. Вот она. Ой-ой-ой, видал? А-а-а, бежим, бежим. Я успею, все, я вошла в лифт. С меня взятки гладкие. До свидания, пока. Как же она хочет меня прям наказать. Погляди, какая профурсетка, да? Ужасная женщина, ужасная. Продолжаем игру. Мы с тобой не сдаемся, мы с тобой копим. Нам надо сегодня хотя бы дойти до какого-нибудь там 40-го уровня, может быть, до 50-го, если повезет. В любом случае останавливаться нельзя. В любом случае мы с тобой поднимаемся. Так, да, надо начать с красных. Красный. Вот, есть первый красный треугольник. Так, еще нужен один красный. А чё она появилась? Ладно, хорошо. Я использую сердечко, конечно, правое сердечко. Она просто появилась из ниоткуда, из воздуха. Фига фокусы. Ну чё, продолжаем. Это было пипец как неожиданно. Она просто появилась передо мной. Такая просто ку-ку, ёпта, добрый вечер, как дела? Я вообще нихера ничего не поняла. Так, вот сейчас вот я ее услышала. Давай, давай. Валим. Валим, валим, валим. Нажимаем следующую кнопку. И идеально. И последнюю. Давай, давай, давай. Да угомонитесь, женщина! Это была не последняя кнопка. А-а-а, быстрее, вали, вали, вали отсюда, все. Уходим. Хочу жить. Ты посмотри, она прям бегать начала. Усюка. Уровень 35. Страшно, что писец. Она прям реально начала жестить. Так, валимся отсюда. Так, нам нужен зеленый кнопка. Зеленый кнопка. Ты где? Вот, нет, это желтый. Желтый цвет цианина. Ищем зеленый. Зеленый цвет травы. Так, Да в смысле? Отстань от меня! Ты уже появилась, уже на меня нашла! Ты пошла ты в жопу, слышь? Отстань от меня! Отстань! Где зеленые кнопки все, сука?
тут тупик. Зеленый, дай. Зеленый. Цвет настроения зеленый. Так где? Да в смысле? Тетя! Ой-ой-ой, там 25-й кадр проскочил. Ребята, гипнотизирую вас. Так, подожди, тут тупик! Мамочки мои! Так, зеленый! Где зеленый, сука? Зеленый? Бляха, она меня заметила. Я не понимаю, где зеленый. Подожди, где зеленый-то? Да ну нету его. А, вот он, козел. А я тебя ищу, тварь. Да иди пошла в очко. Отстань от меня, женщина. Я тебе... Да иди ты, ты чё? Ты чё тут... Да ты посмотри, щемит, крыса. А я вот такой хитрожопый, видала? Оп, и все. Так, три желтых. Желтых были где-то прям тут, я помню, по пути. Блин, некоторые кнопки заныканы, конечно, писец. Так. Есть контакт. Последнюю осталось нажать. Я не помню, где она. Если честно. Вот она. Привет, моя детка. Нам тебя так не хватало в этой жизни. Все, валим теперь отсюда в лифт. Я поеду жить в Лондон. Я поеду вот сюда. Забегу куда надо. И поеду ла-ла-ла-ла-ла. Ах, как хорошо. 36 этаж, новинка. Интересно, а будут потом добавлять еще какие-то эти кнопки? Может быть, их когда-нибудь станет 800. Да хватит там это самое. Так, желтый надо найти. Желтый, мой малыш. Покажу тебе я шиш. Есть. Так, пошли искать красный. О, хорошо. Теперь два синих. А, добавили одну, кстати, кнопку. Вон она пошла, видали? Летящей походкой. Так, нужен еще один. Да в смысле ты меня заметила? Не успела! Эх, не успела! Заметалась и попалась. Так, итак, поехали. Ищем красные кнопки. Блин, она, конечно, так резво меня убила в этих проходах, что я не ожидала. Так, дайте красные, пожалуйста. У меня все так хорошо. Привет. Привет, я твой обед, омлет и гречка. Блин, я поела бы сейчас, конечно. Ну ладно. Некогда жрать, нужно кнопочки искать. Так, вот есть кнопка. Есть контакт. Так, ищем еще одну последнюю красную кнопку. О, вот она, как повезло-то, ребята, как повезло. Все. Теперь нужно отсюда свалить во свояси. Ясен красен, я прекрасен. Я не помню, где лифт. Ой-ой-ой-ой. Да да почему? Меня к ней притянуло. Да какого лешего, тетя? Поздравляем, вы дошли до 36-го. Спасибо. Спасибо. Она меня убила. Так нечестно было. Так, хорошо. 36 этаж, поехали. Итак, снова 36 этаж. Он мне не дался. Но она очень агрессивно настроена, эта женщина. Так, делаем. Первый, кнопочка есть. Ищем, ищем, следуй. Да идите, тетя, в котю. Давай быстрее. Опа, все, пошла на. В жопу, поняла? Все, бежим искать зеленые кнопки. Зеленые кнопки где? Слышь? Что ты там орешь, тетя? Ля чешет. Ля, дуванчик за мной прибежал, ты видала? Сучка. Ой, сучка, а. Просто отвали от меня и все. Есть. Так, ищем еще зеленые кнопки. Есть. Блин, теперь больше кнопок. Ой, как хорошо, что они все рядышком. Так, желтую осталось нажать. Да идите в жопу! Мадам! Мадмуазель! Можно вас пошлю нахер? А, давай, не надо. Не надо умирать. Не надо. Так, заходим в лифт. Все, валим. Есть, прошли. Не с первого раза, но прошли. Вот, наконец-то появился челлендж. А то стало слишком как-то просто было проходить. А теперь не так-то просто. Теперь есть сложности. Итак, продолжаем с вами подниматься все выше и выше.
Я что-то, знаете, есть у меня такое предчувствие, то, что до 50 уровня мы с вами не дойдем. Мы будем сосать с вами сейчас по полной. Но кто знает, кто знает. Нужно, наверное, больше вашей поддержки. Итак, поехали. 3 синих, 2 красных. Вот, мы прям сразу нашли синий. Хорошо. Пойдемте. Нужен еще один синий. Потом красный и зеленый. Так, синий. Ищем синий. Бляха, да ты чего? Ты издеваешься? Ты издеваешься? Че она там стояла? Не, подождите, давайте начнем сначала, не будем продолжать. Еще раз. С 37 этажа. А почему я не могу? А, потому что каждый пятый сохранение происходит. Все, поняла, поняла. Итак, желтый. Хорош. И все зеленые. Ну, давайте. Давайте попытаемся быть с вами осторожнее. Не такими резкими, а и дерзкими. Потому что, видишь... Да писец. Какого хера я прибегаю к ней? Объясните. Да отстань ты за мной, щемит она, а. Ля крыса. О. Есть. А все, теть. Я нажала. Офигела? А я нажала. Вот так вот. Так, надо где-нибудь свалить. Нажимаем кнопку. Да, да, привет, блин, на 100 лет. Давно не виделись, ёпта. Охренеть. Это что за уровень? Что за уровень? Это просто такое читерство. Я не могу. Она прям... И посмотри, как она быстро, да, все это делает. Так, хорошо, есть контакт. Да заткни свой рот, я шатала его. Где зеленая сраная мать ее кнопка? Последняя осталась. Все, валим отсюда. Она очень агрессивно настроена. Прям писец, как агрессивно. Она прям очень жестко хочет нас с тобой отыметь. Я не дамся. Я поехал жить в лифт. Я лифтер. Я лифтер. Так, ну чё, поехали. Надо найти желтенькую, блин. Сейчас как она опять появится тут передо мной. Вот охереем. Так, желтый есть контакт. Хорошо, синий контакт. И знаешь, хочется заглядывать теперь за каждый уголок. Так, я ее слышу. Да идите, тетя! Да отстань ты от меня, ля крыса! Она меня уже нашла. Давай, 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 давай. Опа! Есть контакт. Так, теперь нужно найти синенькую. Синенькая. Синенькая, Наташа, не синенькая. Так, кра... Где она? Да иди ты в жопу, отстань! Отстань! Я только нашла красную кнопку! Ну, в смысле? Я только ее нашла! Да иди ты, ты посмотри, она умная стала. Она умная? Заумная, блин. Ну все, я теперь не найду кнопку. Не в жизнь. Ладно, я пойду сюда. Бляха. Мама. Пожалуйста. Где кнопка? Где еще одна кнопка? Где еще одна кнопка, слышь? Я слышу, как ты дышишь. Да иди в очко, отстань. Видишь, у меня проблема, я не могу найти красную кнопку. Ладно, давайте просто бегать. Рано или поздно мы ее с тобой найдем, правильно? Ну не может такого быть, чтоб... Вот, а я тебе про что? Я же говорю, не может такого быть. Привет! На 100 лет! Все, я в лифт. До свидули! Я поехала к бабуле. Ля, ты погляди, она почти в лифт зашла. А что, если бы она зашла в лифт? Что вот бы, что она бы сделала? Капец, уже прям становится сложнее и сложнее. Нам хотя бы с вами до 40-го бы дотянуть. Иначе я не знаю, как с этим совсем быть. 39 уровень, новинка. А если я хочу старинку? Блин, теперь вот реально вспоминаешь самые первые уровни, они кажутся такими легкими. Такими прям вообще простыми.
Без вот этого всего. Так, нам нужно найти желтый. Хрен знает, где этот желтый. Ну какого хера? Да какого хера ты тут забыла? Писец, она просто из воздуха появляется. Ее ж там не было, когда я завернула. Ля крыса. Иди в жопу пошла. Отстань от меня, я ищу желтую кнопку. Все из-за сраной желтой кнопки. Хер знает, где она. Бляха, ее как будто бы нигде нет. Ты посмотри, реально нету желтой кнопки. Потому что желтый цвет санины. Привет! Вот она, по-моему, была. Нет, зеленая. Куда идти? Подожди, отстань! Я заблудилась! Я заблудилась! А-а-а. Где ты, тварь? Желтая! Заткни свою хлебальню. Видишь, у меня проблема. Ой, наконец-то нашли желтую кнопку, блин. Во, проблематично-то было найти ее. А чё она не издала никаких звуков? Меня это так бесит. Поздравляем, вы дошли. Да спасибо. Хоть до чего-то в этой жизни я дошла. Мы не сдаемся и попробуем еще раз. Потому что крутые пацаны так просто не уходят с уровня и борются до конца. Нам надо хотя бы до 40 дойти. До 40. Давай, зеленая кнопка. Начнем с зеленой. Вот, отлично. Люблю, когда игра меня слушает. Вот, все. Первая кнопка есть. Главное, чтобы она сейчас опять не появилась, как она любит. Так, химия, химия. Да, ты посмотри, она втихую подошла ко мне. Втихую, сука, ты тупая. Втихую подошла. Мне повезло, что я увидела периферическим зрением, что она там чешет ко мне с бидонами своими. Ля ты крыса. Да реально, это что за хрень? Втихушку подошла со спины. Крысожопа. Да, блин, вот я где. А ты знаешь где? Ты в жопе, блин, тварь. Япона мать, хитрая тварь. Я в шоке. Так, где красный? Нам нужен красный. Валим отсюда нахер. Ищем зеленый теперь. Хотя на самом деле я больше зеленых-то и не видела. Вот он. Так, теперь ищем желтый. Я не помню, где был желтый, если честно. Подошла прям втихую. Мне теперь страшно, понимаешь? У меня конвульсии. Я теперь дергаюсь из-за каждого шороха. Капец, долбанашка. Так, 40-й этаж. Сейчас, я думаю, жопа пойдет дальше. Наберет новые обороты, которые нам с тобой не снились и не виделись. Так, ну поехали. Синий нужен. Вот он, первый синий. Так, отлично. Второй синий. О, опять подкрались, да? Конечно. Крысы только так и умеют. Синий, синий. 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 Где ты? Синий. Где синий-то? Давай, давай, синенький. Красненький. Да, иди же, твою мать. Можно я спокойно здесь похожу? Я хочу всего лишь... О! Ну правильно, что я пошумела. Пусть идет реагировать на шум. Бляха, я не понимаю, где синий. Где синий? Ситуация, хелп! Нам нужен синий! Синий! Вот он, скотина. Я тебя искала, по всем уровням бегала. Ты хоть бы звук подал бы. Скотина. Так, хорошо, красный. Где наша монашка-какашка? Так, тихо, она орнула.
Где она? Вон она бежит. Все, супер. Так, последняя красная осталась. Точка. Красная точка. Будет у меня дочка. Так, поехали. По-моему, где-то в конце видела. Но я не помню. Где-то в каком-то я вот таком вот туннеле видела. По-моему, здесь. Видишь, запомнила. Ляй ты, япта. На вот это ты, конечно, бесишь. Ты видал просто, а? Она такая хитрожопка. Ну ладно. Я тоже, знаешь ли, не из говёных. Взяла и убежала, понятно? Ну такая вот я, это твоя ошибка, Бибка. Ну, давайте пока играть до того момента, пока мы не сдохнем. Вот. А там уж посмотрим. Но я думаю, что мы скоро уже с вами отойдем в мир иной, потому что реально все сложнее и сложнее становится. Она еще так хитрожопо втихую подходит. Это, конечно, вообще писец. Так, нам нужен сначала с вами желтый. Желтый, скорее всего, из-за которого я умру. Да-да. Так, вот он. Есть. Так, ищем красные. Два красные нужны. Первый красный. Все, супер. Ищем второй красный. Слушайте, ну... Вот он, по-моему, да? Отлично. Так, по зеленке пошли. Так, ищем зеленочку. Зеленочка. Зеленочка, раз. Изи. Так, не надо глючить. Так, когда музыка, это она идет. Блин, я думала, она с другой стороны, если честно. Зелененький ты где? Зелененький, родненький. Вот он, зелененький. Да иди ты в жопу, ты чё хитро так обошла? Ля, ты видал? Обошла она по кругу меня. Ля хитрожопая. Ну все, я теперь никогда не найду зеленый. Все, ребята. Запомните зеленого таким, каким он был. Я его теперь больше никогда не найду. Где ты здесь был? Да? Или нет? Зеленый. Да иди ты, отстань от меня. Бегает она там по коридорам. Так. Блин. Ну ты меня спугнула. Ёб твою мать. Я теперь реально никогда не найду тут зеленый. Давай, зеленый, вот он. Давай, давай, есть. Ух, теперь надо найти синий. Вот он. Привет, синий, ландыш. Облепиха, роза. Так. Теперь, блядь. Теперь, блядь. Это все, что мы можем сказать к этому часу. Где-то должен быть выход, я его чувствую жопой. Моя жопа чувствует, что где-то я найду облегчение. Вот оно, мое облегчение, синий цвет. Ну чё? Пока не умерли. Пока не умерли, продолжаем подниматься. Продолжаем это самое, все выше и выше. Ну чё, поехали, значит, красный нужен. Вот он. Есть. Всё, супер. Так, мадама тут-то нету? Я мадама, я мадама. В смысле она... Как она меня оттуда увидела? Как она меня оттуда увидела? Объясните, пожалуйста, идиотке, потому что идиотка не понимает, как она меня заметила из такой жопы. Она через всю карту пролетела. И заметила меня. Я вроде бы не особо прям шумела. Ля крыса. Так, а тут синий был? Она меня видит сквозь стены. Она меня видит сквозь стены, ребят. Это вообще некрасиво. Я считаю, сквозь стены видеть... Это читерство. Именно Я вот так пройду мимо, хорошо? Там где-то желтый мне нужен был. И он находился где-то здесь. Вот он, желтый. Давай, не надо. Все, синий остался. Ты меня доведешь. Ты меня доведешь. Так, синий был где-то здесь. Все, ребята, валим к выходу. Где бы он ни был, я ему рада. Облегченница какое-то. Живем, живем.
Удивительно, что я еще не сдохла. Там, смотри, сейчас 1000 дадут 42 уровень. Нифига себе. А, уже 43-й. Ну, поехали. Давай, зеленый. Поехали. Есть контакт. Так. Так, слышу музыку. От музыки... Бляха, ёпта. Ну, она же... сколько кнопок я пропустила. Так, желтые, зеленые. А, школьные коридоры, боже мой. Вот это запутанный уровень. Капец. Вот тут вот мы можем с тобой соснуть. Бебру. Так, вот есть зеленый. Отлично. Еще один зеленый. Отлично. Возвращаемся назад. Там был желтый. Есть. Ищем следующий зеленый. Я, конечно, в душе не ипу. Где он? Вот он. Есть. Еще один желтый. Где бы ты ни был, падла, иди ко мне. Отстань! Фу, такой быть! А-а-а, она зайдет сейчас в лифт. Ой, не вошла, не вошла. Но это было близко. Это было близко к фиаско. Ё-моё. Ужасно, ужасно стрёмно. Блин, что-то у нас пошла, да, игра? Разыгрались, когда называется. 44 уровень. Давай, чешем с тобой, мой друг. Так, желтый нужен. Нам нужен желтый. Давайте его призывать. Желтый. Ты мне друг. А я тебе не враг. Давай с тобой. Ко мне, дурак. Да, спасибо. Я все еще ищу зеленый. Зеленый. Падла, выходи. Дай же мне тебя найти. Где ты, тварь? Паскуда. Выходи. Блин, я уже нашла все. До свидания, по кругу побежали. Вот он. А где она? Ну что ж, тогда на этой ноте и завершим. Продолжим тогда в следующий раз, если захотите, с 44 уровня. А пока спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, поддержите меня лайком. И увидимся с вами уже очень скоро. Пока.